Всем привет! У нас сегодня 6 июля, и я хочу сделать маленький обзорчик своего огорода. Вот так вот у меня растет капуста. Это вот в одном месте. Так, теперь, значит, хочу показать хосточки. Вот у меня зацвели хосты. Такие вот красавцы. Скоро зацветет гортензия. Лилии вот на заднем плане будут тоже цвести. Цветут лилейники. Начали, вернее, цвести. Вот такой кустик. Вот так вот у меня поживают мои гладиолусы. Вот, в общем, черную смородину я уже собирала. Я ее замораживала. И вот что у меня тут такая неспелая оставалась, я ее, значит, на варенье. Вот, значит, у меня малина поспевает. Я ее потихоньку пока собираю и замораживаю. Ой, вот мне солнце светит в лицо, я не вижу. Вот так вот у меня расцвел кориандр. Вот так вот цветет один кустик. Мы прошлый год сеяли, остался вот один кустик. Вот наша малина. Вот я ее собирала. И, значит, замораживала я ее. Я ничего пока не варила. Вот такая вот. Ну, вкусненькая. Вот, ну, в общем, есть малинка. Вот. И, в общем, идем дальше. У меня расцвели розы. Сейчас я подойду. Вот так вот у меня. Ой, мой золотой шар. Вот такой вот огроменный. У нас жара 36 градусов. Вот так солнце пекет. Я выхожу, когда сегодня собирала вишню. Прям чуть-чуть соберешь, и плохо становится. Невозможно. Вот так вот у нас ягоды. Два куста. Вот, в общем, усыпано. Это у меня белая смородина. Вот, ну, в общем, вот тут два куста усыпаны. Вот. Скоро я ее буду собирать. Вот так вот веточки все ломятся. Наклонились. В общем, урожай, можно сказать, огроменный. Вот так вот мои помидорки на улице себя чувствуют. Сохнут в коробах, вот где не полито. Вот это сорт Черный Барон. У него сверху вот такая вот зелененькая каемочка. Он даже, эта каемочка будет даже, когда он поспеет. У меня вот цветут розы, как я уже сказала. Гейхерочки мои прекрасно себя чувствуют. Вот красная роза. Вот так вот расцвела. Я подставила дугу, чтобы она на пол не ложилась. И вот это как ангел какой-то там. А крылья ангела. Вот этот сорт розы. Я пыталась размножить, один кустик у меня получился. Вот. В общем, скоро будут цвести мои самые любимые лилии. Я вот здесь немножко вот убрала травку. Вот так вот все зарастает. Вот здесь еще не прополола я. Здесь вот пропалывала. Вот. Вот будут цвести мои лилии. Красивые такие. Вот. У меня цветет астильбочка, которую в этом году я купила. По-моему, за 350 рублей я ее покупала. Вот такая вот красавица. Вот. И, в общем, лилии вот другой сорт у меня тоже будут цвести. Картошка. Вот. Вот такая вот у нас картошка. Картошка цветет. Ходим, собираем личинки, жуков. Потому что прыскать нельзя. Картошка цветет. Вот так у меня огурчики. Огурчики есть. Мы уже два раза я собирала.
Две чашечки мы уже кушали. Вот, я их не подвязываю. У меня и так работы, можно сказать, навалом. В общем, я их не подвязываю. Вот так вот у меня вот так вот огурчики, вот штука огурчиков. Вот, в общем. В общем, огурчики есть, мы их уже кушаем. Вот, в общем, вот эта грядка у меня что-то после редиски. И вот я сколько подсаживал, что-то там или земля плохая, или навоз рядом, близко. Ну, в общем, капусточка принялась не вся. Я хочу сюда подсадить огурчики. Еще подсажу огурчики. Вот так у меня растет свекла. Вот, я хочу еще показать. Так, клубничку мы уже кушали. Вот, крупная, хорошая была. Но я ее что-то не сняла. Ну, думаю, мало. Думаю, что буду снимать. Вот. И, в общем, скоро у меня будут цвести флоксы. Вот, уже набирают бутончики. Вот. И вот так у меня здесь еще капуста. Вот так вот. Капуста разного сорта. Есть и ранняя, есть поздняя. В общем, все перепутано здесь. Вот. Я сюда иду. Хочу показать черную смородину. Вот еще здесь я еще не собирала. Вот так вот тоже смородины много. Вот, и, в общем, я хотела собрать вот столько смородины. И хотела собрать, заморозить. Я уже там сделала заготовок много. Я, значит, на Wildberries выписывала контейнеры. В общем, у меня вышло, значит, в общем, за 215 контейнеров я выписала, за 200 купила, за 229 рублей. Вот, ну, в общем, такая большая скидка была. Вот, в общем, я вот так вот все позавязала, потому что невозможно, выхожу, с меня льет ужасно, в общем, жара ужасная. Вот так вот у меня морковка. Морковочка уже есть маленькая, я даже ее выдергивала, кушала уже. Вот, в общем, какой бы выдернуть, показать. Так, в общем, такая уже морковочка молоденькая. Вот маленькую выдернула. Вот я уже вот что-то так захотелось, я две штучки выдернула, покушала. Вот, ну, в общем, здесь у меня еще ряд помидорчиков. Тут у меня базарные перчики. Нет, это мои, по-моему. А, баклажаны вот на рынке мы покупали. На рынке баклажанчики вот так растут. Где это перчик? Не знаю, горький, не знаю, сладкий. Фасолька. Извиняюсь. Вот там тоже фасолька. Вот. В общем, я по порядочку иду. Не знаю, вот свеклу показывала, нет. В общем, свекла. Вот так у меня чеснок. Так, здесь, значит, тоже вот прополола, где не прополола. Здесь у меня перчик. Перчик тоже разный. Есть горький, есть сладкий. В общем, все в перемешку. И у меня снова здесь капуста. Рассада у нас своя. Вот здесь снова я посеяла огурчики. Вот они уже у меня взошли. Так, перчик вот тут так он растет плохо. Оказывается, это горький перчик. Так и растет, то ли земля плохая, то ли что. Здесь вот тоже вот так вот растет. Здесь у меня арбузики. Вот, арбузики уже есть. Тут у меня и капуста, и арбузы, и дыня. Вот, я поливала, и, в общем, она... Это где тут? Я где-то видела тут арбузики, потому что я уже вот тут защипнула конец, чтобы арбузик поспевал. Вот он, вот арбузик. В общем, концы я прищипнула не везде, правда. Вот дыньку я еще не смотрела, есть, нет. Дынька есть. Вот тоже. Вот. И вот такие у меня лопухи. Это сейчас я встану подальше. Это у меня здесь патиссоны.
и кабачки. Я всегда их так сажаю. Они не так... поливать надо меньше. Все закрывают. Вот, в общем, у меня уже есть путешончики. Вот, цветут. Вот, в общем, здесь вот путешончики. Не видно за листочками. Как показать-то? В общем, маленькие, вот они есть. И есть вот побольше, и большие там. Но не очень большие. Вот такие патиссончики. Так, можно сказать, я их посадила для себя. Потому что у меня патиссоны никто не ест. Я люблю маринованные, я их буду маленькими мариновать. Вот. И здесь у меня... Так... Сейчас. Здесь у меня разные кабачки. Кабачки желтые. Я сажала смесь кабачков. Вот, вот они подряд идут. Желтые. Сейчас я пройду. Чтобы не упасть. Здесь вот такие зелененькие. И еще были в полосочку. Да, вот они. Полосочку вот такие кабачки и просто вот зелененькие такие гладкие зелененькие кабачки вот такие вот. Ну, в общем, ждем, когда они подрастут. Уже так хочется, вот он, уже так хочется, в общем, сорвать и пожарить. Значит, вот так у нас лук. Лук уже вон будет цвести. Вот, поэтому, наверное, он вот такой вот. Ну, в общем, вот такой весь лук. В прошлом году у меня лук был прям весь зелененький. Я его когда выдергивала. Вот. Лук есть, правда, не крупный. Но он есть. Вот. Ну, вот такие некрупные головочки. Я его здесь пока не поливаю. Здесь у меня табак. Грядочка фасоли. И подсолнухи. Это белые большие семечки. Тут с Узбекистана привозили. Вот. Здесь, значит, у меня помидоры. Помидоры двух сортов. У меня черный барон. Вот. Каемочкой. И альгамбра, которую я очень люблю. Вот такие вот у меня помидорки. Вот такими кисточками. Значит, пасынки я никогда не убираю. Вот. Вот такая вот одна кисть. Здесь, значит, 8, по-моему, я насчитала. Вот. И, значит, и вот он, черный барон. Это салатный помидор. Должен быть большой. Вот такие вот помидорки. Ну, в общем, помидоры есть. Вот. Ну, в общем, еще цветов много. Здесь очень-очень жарко. Я даже не знаю, как они, бедненькие, переносят эту жару. Вот, ну, в общем, цветов еще много. В общем, вот так они у меня растут. И здесь, значит, у меня это кукуруза. Ой, я намочила ноги, поэтому у меня скрипят мои шлепки. Вот так вот хожу. Вот такие ноги. Вот по огороду так. Так, вот. Так, в общем, наша кукуруза. Вот. Это, значит, у нас картошка. Вот, картошка вся цветет, как я уже говорила. В общем, вот такие короба. Постоянно собираем личинки, жуков. Поливаем, потому что картошка не в земле растет, а в коробе. Ну, а как в земле, но в коробе. Поэтому вот так вот высыхает в такую жару. Вот так вот высыхает. Мы немножко так, чуть-чуть поливаем. Вот. И, в общем, мои деревца хорошо растут, которые я посадила. Вот. В общем, вот мой белый налив. Одно деревце. И там второе. И вот оно, второе деревце. Вот. В общем, вот так.
все растет. Вот стою я, и вот картошка. Вот. Ну, она в коробе, правда. Такая вот хорошая, высокая картошечка. Вот. И я, значит, подхожу к тыкве. Вот так у меня растет тыква. Извиняюсь. Расползлась она у меня везде. Тут. Я уже тут косила, вот трава опять прет. Вот. В общем, тыковка есть. Вот тыквы, можно сказать, много. Вот. Тут тыковка есть. Вот, в общем, видно, да? Вот. И тут еще с краю. Вот, где тут? Ой, где-то я видела тоже много. Хожу, каждый раз смотрю. Ну, в общем, вот. Тыквы много. В общем, на зиму нам хватит. В общем, сюда... Это короб у меня с мусором был. С огородным мусором. Вот. Ну, такая тыковка. С огородным мусором здесь этот короб у меня был. Потом мы сюда это наложили навоз. И, значит, насыпали землю. И так, в общем, вот так вот она у нас хорошо растет. Вот так она везде лезет. Вот. Вот такая вот у нас большая тыковка. Вот. Ну, на этом я с вами попрощаюсь. Всем пока-пока.